Всем привет! Сегодня у нас будет очередной роллинг ночной воодушевления. Потратим сегодня карточки. Попробуем все-таки опять. Вдруг словим. Что-то последнее время очень не прет на него. Также у нас не хотят его добавлять. Но ничего, мы все равно его выбьем. Так, где там наш стрелок? А, он в самом конце. Так, ну у нас есть уже корка, мы ее эпически, как обычно, сливаем, как и все остальные топовые таланты. Возможно, кому-то что-то поставим, прокачаем, посмотрим сейчас. У нас 244 попытки, ну, поехали. Самоуничтожение, ремка, корка. Замедление. Так, берс не надо. Каменка не нужна. Вот первое. Но не пятое. Приговор не надо. Приговор рунами соберем. Бастион. Сколько мы там слили на фрай, чтобы словить бастион. Так, ну-ка, кому можно будет поставить, потестить. В принципе, тут все уже прокачаны. Вальтор, в принципе, нет. Можно было бы поставить Анубису. В принципе, бог войны пусть пока побудет. Так. Что еще у нас такое интересное есть? Ну, в принципе, некому ставить. Гнев пока не хочу менять. Мы его потестируем. Так, ладненько, поехали дальше. Сливаем второй топовый талант. Бастион. Сменить. Окей. Бастион первый. Что-то единичек. Так, разброс не нужен никому. Тем более четвертый. Опять баст. Ожог. Ожог тоже, в принципе, некому ставить. Тоже сливаем его. Так, утекание четвертое. Тоже в нем уже не нуждаемся. Ракушка. У меня все с ракушкой уже прокачаны. Меняем. Сразу же стойкость тоже не нужна. Так, ну-ка. Интересно, сколько ж надо переролить, чтобы выбить каменка? Кому каменку можно поставить? Можно было бы по интересу поставить Анубиса, качнуть. Корка рунами есть. И его фиг убьешь. Что у нас еще такое интересное есть? Бигфута не хочу. Черепа с каменкой потасить, ну тоже смысла в принципе нет. Ладненько, меняем тоже. Очередной топовый талантик. Надеюсь, он вам придет на ваш аккаунт, как и все остальные. Так. Ну, что первое? Воодушевление. Четвертая ракушка. Ожог. Так, давайте что-то годное уже.
Разброс. Второе воодушевление. Ничего себе. Даже не первое, уже второе падает. Освещение. Тоже не надо. Так, пора уже пятерку давать. Опять первое воодушевление. Да. Какой на него шанс у нас? Я даже не знаю. Уже столько всего. Бог войны. Бам-бам-бам. God War. Кому ж тебя прилепить? А давайте, знаете что, сделаем. Поставим на Леди Лео. Где наша Леди Лео? Все равно у нас ремок рунами хватает. Даже качнем на семерочку. Потом потестим. Так, ну. Побежали дальше. Гнев. Странно, что не пятый. Обычно он пятый падает. Блин, четвертое воодушевление. Почему не пятое? Нам еще надо тыковку протестить. С воодушевлением. Ярость небес. Вот, кстати, будет тоже неплохой талантик, если его собрать рунами. Получается 2 секунды и 3 героя в стане. Как и корка, будет очень хорошо на алтарях заходить. Так, ну. Просвещение. Воодушевление. Где же ты? Опять приговор. Да что ты сделаешь, ну? Берс. Да, как-то не очень таланты сегодня пятые падают. Опять бог войны, ну. Это капец какой-то. Кто у нас такой интересный есть еще на бога войны? Так, Арктика ремочная. Можно, в принципе, и дракона прокачать. С богом войны пусть будет. Что у нас еще есть? Кому было бы неплохо. Сердцеедка уже прокачана, Ронин тоже. Стрелку оно не надо. Ну, давайте попробуем. Кинем дракону, все равно рунами есть. Я дракона практически нигде не использую. Вот. Два бога войны, 69, опять бог войны. Правда, не пятый. Качнем на семерочку. Есть. Побежали дальше. Ловить воодушевление. Вот он, гнев пришел, который никому не нужен. Не знаю, сколько я уже на их на аккаунте переменял. Так. Разброс не надо. Смертельный четвертый бастион. Ну давай уже что-то интересное. Коробка, разброс. Ну, разброс не нужен. Ну, не хочет, просто не хочет. Бог войны. Вот она, ремка опять. Да. Да.
Да, и ремку, в принципе, некому ставить. Побежали дальше. Сколько топовых мы талантов уже наловили. И бог войны, и Ремка, и Бастион, и Каменка. Что еще надо? А надо просто воодушевление. Бастион. Еще одна корка. Только четверка. На мутикание живо, по-моему, не падали еще. Ну что, давайте потрешуем живо. Которая тоже, в принципе, не нужна. Хотя можно было бы дерево поставить, но тогда оно будет не настолько универсальным, как хотелось бы. Так, ну. Бастион не нужен. Бог войны. Ну давай уже что-то интересное. Уже за самоцветы ролим, все равно ничего не падает. Ну, опять первое воодушевление. Ракушка не нужна. Воодушевление. Просто не хочет. Опять гнев, ну. Да что ты сделаешь? Уже не знаешь, куда тут гнев девать. После таких молотков. Так. Ну, давайте до пятерки. Огненная защита. Ну, огненную защиту тоже, в принципе, некому ставить. Так, что там у нас по кулачках? 630. Давайте еще до следующей пятерки. Поменять. Первая, ну. Да когда ж ты пятая уже упадешь? Стойкость. Так, ну. Где пятерка? Ремка. Не хочет, не хочет. Ни одна пятерка падать, ну. Такое чувство, что вообще с коробок убрали. Давайте на призрачном всаднике поролим уже. Так, гнев. Ролим до пятерки. Дальше бессмысленно просто ролить с таким шансом. Четверка. Смотрите, просто не падает ничего. 5 четверка. 5 четверка. Да что ты сделаешь? Ладно. Нафиг. Да, ну вот такой вот у нас. Не знаю. С одной стороны топовый, с другой стороны обычный роллинг. Но выбивали всякой фигни. А того, что надо, так и не выбили. Так, идем, качнем. Тасу еще чуть-чуть. Откачаем ее. Улучшить, окей. И нам надо 16 камней. 13 с лишним тысяч кулачков. И у нас будет Таса на 12 скилле. И мы ее сможем нормально протестировать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обзор на какого героя, какие таланты вы хотите увидеть, на каких питомцев. Всем пока.